Сегодня состоялось рассмотрение моей жалобы по статье 125 в отношении Белялова Мемета в связи с тем, что следователь на протяжении уже почти полутора лет не дает разрешения на свидание с родственниками, чем нарушают как национальное законодательство, так и Конвенцию о правах человека. К сожалению, сегодня заседание опять не состоялось в связи с тем, что суд не обеспечил право моего подзащитного пользоваться услугами переводчика. На всех следственных мероприятиях, на всех судебных заседаниях Белялов Мемет пользуется переводчиком с русского на крымско-татарский язык. Но, к сожалению, сегодня его не вызвали. И в связи с этим, дабы не нарушалось его право, судебное заседание перенесли на 7 февраля на 10:30. Сам Мемет, нам удалось увидеть по видеоконференц-связи. Он участвовал из следственного изолятора города Симферополя. Очень обрадовался, что пришло много народу поддержать его даже в таком вопросе, как свидание Саусен Джемат, что в таком количестве собираются и поддерживают тех, кто сегодня находится в таких условиях. Чок Саусен.